Все, смотрите, ребята, я продумал полностью стратегию и тактику. Смотрите, идем, не спешим, просто по красоте играем, смотрите. Идем, идем. И в тупик приходим. Идиот. Я вижу, как они бегут. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Подлючка, Заварной Кофе, FM Zoom, Угабуга, Брабус, Геймер, Фрэнка, пацаны, поздоровайтесь. Салам алейкум, братья. Всем привет. Здорово, с вами я, фермер. Максим, здравствуйте. Ну что, ребята, вот и дождались. Гигантский лабиринт, много из цепи скромников и выживание. Если спеть и кушать, приятного аппетита, а мы начинаем страдать. Пацаны, вставайте, вот, отлично, ну не на меня, а на них. Во-во-во-во, все правильно, пацаны. Все хорошо. Если будет очень легко, я буду еще ставить много их штук. Поэтому ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. И страдаем мы тоже каждый день. Так, я пошел туда. Так, сегодня такие правила, что по бортику этой карты бегать нельзя. Только в самом лабиринте. Я думаю, это будет по-честному, да, пацаны? Вот видите, я ж не иду по бортику. А ладно, ладно, спрыгиваю. А, спрыгивай. Да, да я уже все спрыгнул, ну зачем? Вот смотри, зачем мне врать тебе? Я же честный человек. Ах ты! Блин, это было очень резко. Вот поэтому ты лох, Дима. А мы говорили, что лох, да, будет? Ну ты ж первый умер. А, это не... А, ты первый умер. Я просто... Вы очень злые какие-то. Давай, вставай, мужик. О, давай, мочи подписчиков всех. Я наверху уже. Заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Ай! Прям поцеловался с ним. Представляете, насколько это было мощно? Так, все, я спрыгиваю вниз и надеюсь, что я сейчас выживу. А я наверху, кстати. Да? Давай наверх. Блин, да. Это обезьяна вонючая, испугал меня. Взял мне подножку. Есть, умер. Кстати, раньше не рисовался, да, что убивает скромник. Видите, картинка справа вверху? Классно, раньше такого не было. Так, подожди, я никого не слышу. А где они все? Слышу, рвут подписчиков. Он где-то рядом. Но я его не боюсь, что он мне сделает? Обезьяна, беги, спасай свои жизни. О, я буду сейчас опять их активировать. А нет, я успею. А, давайте попробуем в воде убежать. Воду, не сбивайте меня. Интересно, он же плавать не умеет? Все, он сейчас утонет. Если я подожду 3 минуты, он утонет. Где он? А, вот он. Читер ты. Так, отлично, я его обманул. Теперь ему, чтобы выйти, надо обходить все. Все, я в лабиринте. Отлично, ребята. Продолжаем двигаться. Так, надеюсь, что я сейчас все-таки добегу. О, нет. А, тупик, прощайте. А, нет. А, да, прощай. Блин. Да они меня специально убивают. Да я им поддаюсь. Я специально подумал, что да, правда? Это поддаться, я называю это. О, они все повозвращались, это очень странно. Мужики, вы что сидите? Давайте, все за нами. О, четко прям в толпу попал. Во-во-во-во-во, побежали. Ох ты. Все, пацаны, вот теперь я четко выжил. Смотрите, они бегут прям четко сзади меня, но я не отдамся им. И буду бежать до последнего. Ой, чуть руку не поцеловал. Отлично. Ребята, я смог. Смотрите, красиво выживаю. Никто догнать не может, ни один скромник. Дима, ты, кстати, невидимый, только у тебя где-то светится граната в руках. А чё я невидимый стал? Это вы меня невидимым сделали. Не, я вижу себя. Ладно. Я третьего лица сделал и увидел, что меня видно. Ты обманщик вонючий. Ой, молчи вообще. Ай! Ой, все, Дима. Ё-моё, практически добежал до того, куда мне надо. Он же скромник. Вот так вот, пацаны, встаем, все начинаем бежать и мочить всех. Меня не надо. Я добрый. Подлючка, ну что ты слабо играешь так очень сильно? Я не играю слабо. А, я вижу, кто-то по бортикам бегает, тот лох. Я сейчас просто по бортикам бегу и буду спрыгивать. А, понятно, что ты так читеришь. Все четко, я привык, что ты играешь нечестно. Я только в начале вот это. Все пишите, что он читер. О, сзади его прям. Нет, я выживу. Смотрите, никого нету. Никого, отлично. Теперь можно спокойно выйти. Он не за мной, смотрите, мимо пробежит, да? Ах ты, блин, а! Ну ладно. Все, сейчас моя цель добежать до вышки. Мне кажется, в вышке будет очень легко мне выживать.
Может еще поставить скромника, как вы думаете? А я не знаю, как хочешь. Сейчас, короче, если я умру, я поставлю еще штук 27. Не знаю, почему такое число, но мне очень нравится. Чтобы потом мы не выжили просто все. Вы должны все умирать и погибать. Я вижу мало смертей. Много должно быть, вы должны все умереть. Так, ну все, я сконцентрировался. Теперь ни один меня скромник не убьет. Я очень хорошо играю. Прям профессионально. Так, ладно, я забираю свои слова назад. Немножечко я там с ним пересекаюсь. Ну, сейчас буду делать по-другому. Тут уже несколько ходов до башни. Тут можно по-разному дойти. Так, здесь. Вот, все. Я уже больше, чем полпути на башне. Никто меня не сможет остановить. Я профессиональный выживальщик в лабиринте. Там по бортикам кто-то бьет с мечом, я вижу. Ну, там заварной кофе. Так, еще давай бьет сюда. А ну как? Я ж не заметил. Ну, в смысле? Подлючка, ну как ты так играешь слабо? Да я посмотрел просто по крайней мере. Да это отмазка Глива. Просто не умеешь играть, вот и все. А там че по бортикам бегал с мечом, я шагнал? Ну не умеешь, так и скажи. А умею. Да не умеешь. Заварной кофе, умею, не бегай по бортикам. Знать. Я не бегаю. Эй, вы опять играете нечестно, как подлючка, ну, да? Посмотри, давайте. На бортике стоит, доктор. Блин, я забежал в тупик. Все, я считаю, дошел до вышки. Мне осталось немножко. Если сейчас меня убьет скромник, я буду сильно орать. Я буду орать, он бежит ко мне. Он бежит ко мне. А, пожалуйста, не трогай меня. Не трогай. Ребят. Все, я еще оставлю, как я и обещал. За что? А нет, да не так сделай. Ты сиди на бортик. Да прям уже толпой их поставить, да? И кинуть им гранату. Так, и надо, берем. Нема. Надо, не бойся, я так 100 раз сделал. Правда. О! Блин, сразу получил по щам. Вот это толпа, ребята. То, что вы все любите, чтобы мы страдали. Так. Бочину, головину. А ты что сидишь? Давай вставай. Ты зараза, а? Да чего ты смеешься? Ну я же... Я хочу выжить, я выживу. Все, пацаны, спрыгиваю. И сейчас я должен дойти до башни. Вот сейчас я сделаю все, чтобы до нее дойти. Все, что в моих силах. Не дойдешь, то ты лох. Хорошо, давай, согласен. Ты лох, если я не дойду. А я сейчас в одном месте прикольном. Да там еще их много. А я поставил штук 27, как я обещал. Так, все отлично, я приближаюсь. Я приближаюсь все ближе и ближе. Это... Я в тупике. Нет. Хорошо, хорошо. Я начинаю немножко злиться. Почему злюсь, не знаю. Ух ты! Спайдермен красиво сальто закрутил. Молодец. Бежит за мной. Ух ты! Жопа вперед, видели, как я? Вот это красиво меня убивает. Короче, это тот ролик, когда я не смогу добежать до вышки. Реально. Я его по башке монтировкой дал. Не пей его. Нет, я обману тебя. Не захотел падать в воду, представляете, какой умный? Скрамник. Все, давайте по бортикам можно бегать, да? Я думаю, хоть как-то по... Нет, это будет неинтересно. Нет, но если мы будем по бортикам бегать, они не смогут убивать, они будут просто внизу бегать. Поэтому нельзя. Я вижу, как подлючка уже читерит, поэтому я привык, что он играет нечестно. Но за это ты и умер, понимаешь? Вот ты играешь нечестно. А как у тебя скин? У тебя Наруто скин или кто? Саски. Ну да, это его родственник. Эй, я не... Да ладно, шучу, сейчас меня еще захейтит. Это его брат. Я его брат. Ребята, настроение отличнейшее. Надеюсь, вы смотрите наши ролики и улыбаетесь немножечко. Без причины. Конечно. Беги, Дима. Бегу, они за мной, да? Наверное. А кто на вышке? Вообще, хоть кто-то добежал в этой серии, да вы я на вышке? На вышке. Я добегал много раз. Ну а что ты умер? А потому что он агрится на всех, а убивает только одного. Я до вышки добежал. Представляете, какой я молодчик? Все, ребята. Они внутри вышки. Они внутри? Ты добежал? Да, я добежал, но еще не в вышке. Я просто возле вышки. Ой. Ай-яй. Нет. Ай, блин, братишки, поумирать. Это еще. Да я поддался опять, но специально поддаюсь на зло все. Все, пацаны, бегите, я их агрю. Они тут как в кинозале сидят, чтобы нас всех убивать. Все, бегите, бегите! Бегите, глупцы! Гранату под себя бросил под конец. Так, надо еще загреть. Мало.
Так, отлично, я его видел, я контролирую ситуацию полностью. Я не позволю его убить себя. А я забежал в тупик, поэтому я... Нет, я не умру. Отлично. Вот кинул читер. Ай-яй-яй. Тут много кто читерит. А кто это сделал? Так, давайте. Еще активируем их. Это сидят они обидчивые. Я ненавижу его целом просто. Их. Короче, от них что побегать, только с бенни-хопом. Так невозможно убежать. Все, ребята, я их обманул. Теперь пока они под водой. Ой, я к пацанам их приведу сейчас специально. Не надо, нельзя, не разрешаю, кстати. Пацаны, вы сейчас умрете, прощайте. Давай. А где они? Ой. Я не вижу их. А они не смогут сюда залезть. А, Тима сейчас заспамит, бежим. Я не буду никого спамнить. Все, смотрите, ребята, я продумал полностью стратегию и тактику. Смотрите, идем, не спешим, просто по красоте играем, смотрите. Идем, идем. И в тупик приходим. Идиотус. Я вижу, как они бегут. Но это была не так тактика, сейчас я ее применю. Сейчас я ее применю, подожди. А как выжить вообще здесь? Возможно. Активируйте, активируйте их. Отлично, отлично, эй, так не по нам же. Да подлючка, ну, ты был хорошим человеком. А это все из-за пинга, он меня помешал. Да я знаю, отмазка довольно-таки распространенная. Ой, ну короче, ты этот, ты нукся, так и знал. Вообще добежал. Они сзади меня все, блин, я прям к нему пришел. Это зараза. Короче, я беру оружие и буду их мочить всех. Ребята, я возьму сейчас очень классное оружие для того, чтобы их убивать. Смотрите, кто ко мне сейчас прилетит. Бум! Мои деда? Робот! Отойдите все от них. А я его не убиваю. Ой, бегут. Интересно, он может робот убить? А он мне ничего не может сделать, потому что я мощный. Я буду прям по ним топтаться. А вы чем их убиваете? А, вы не убиваете. Ого, не за мной все. Я должен убить хоть одного. Это, а, у меня нету пушки. А я могу их бить? Давайте их буду бить. Блин, да не получается. Давайте все-таки попробуем хоть одного наказать. Да блин, они мне камеру дрожат. Ладно, вылазим с робота. Надеюсь, я сразу не умру. А, ну ладно, надейся. Надо взять оружие. Во. Я знаю, какую тяжелую артиллерию брать. Ой, говняное оружие. Или что надо какое-то мощное, да, что-то брать? Снайперка. Нет, 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 нет. Да ну нет, дядя скромник, за что? Так, хорошо, дядя скромник, сейчас мы возьмем что-нибудь. Ой-ой-ой, дядя скромник. Уйди, не бей меня. Не убил, не убил. А представляете, а почему так? Я же четко попадаю прям в них, а убить не могу. Патроны! Я знаю, чем убить, я знаю. Ребят, я придумал. Ой, я тоже красные гранаты только хотел взять. Мне кажется, это самое классное оружие, которое их может убивать. Ой, робот что-то там залагал. Как мне теперь вылезти с этого спауна? Я бомбу мой. Мы еще ни одного не убили скромника. Я убил. Убил, да? Я около 4 убил, да. Да вы что делаете? А, это же бомбу я поставил. Нет, это не бомба была. Тяжелая артиллерия. Тяжелая артиллерия. Я псих. Я разозлился на всех. Это мы тут разошлись с пацанами. Базука. Пошла базука. Ничего, ого, сколько ничего. Трупов лежит. Ребят, ну мы прям психи. А меня за что? Да это обстоятельства. Мы ж не специально, да, пацаны? Конечно. Прощайте. Да ты чего? Нет, я успел выстрел сделать. Так надо свалить, надо свалить. Вот это там радиация гасит. Но это еще не все, надо сильнее мочкануть. Это слабо. Так, надо это очень попадать. Слабо. Вот. Блин, у меня пушка не...
Да ну... Прощайте. Ой. Ой, я Джимена убил, сталкера убил. Хорош. Это даже те, кого мы не ставили. Все погибли, даже кого мы не хотели убивать. А, вы еще живые, да? Хорошо. Куда ты полетели? А я немножко, пацаны. Ну я чуть-чуть так сделаю, чтобы их убить. Давай просто... Что, живые? Вот сидят еще эти... Да вы что, издеваетесь, мужики? Баночку. Не, баночка тоже, кстати, не поможет. Ой. Не, они не убиваются, баночки. Вы же не дали сцепи, что нельзя убить? Ядерной бомбы. Самая сильная бомба. Я думаю... Все, сейчас я их убью, смотрите. Ой. Убью? Если вам понравилась эта серия, и она вам подняла настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Thank you.